Довольна своим результатом? Ну, не очень, а так. А что помешало победить, как думаешь? Ну, наверное, погода и, наверное, было больше лыжников из лыжных школ. Пронизывающий ветер и сильный снегопад немного спутали планы юной москвички Елены Сиротиной победить на горкинской лыжне. Но такая зимняя погода подарила спортивному празднику еще больше азарта и элементов неожиданности. В остальном все по традиции. Соревнования проводятся уже 16-й раз. Дистанция очень различная, там до 5 километров. Возраста, соответственно, с 2015 года и моложе, и до без ограничений. По сути, самый старший участник, вот мы еще ждем самого старшего участника, будет больше 80 лет. Большое количество возрастных категорий, демократичность соревнований – вот что из года в год привлекает сюда лыжников. Трасса ровная, без перепадов, устроена так, что на ней комфортно ехать даже малышам. Дебютантки, самой юной участницы Настеньке Евсеевой, всего 3,5 года. Преодолеть дистанцию девочке помогала ее мама, которая в прошлом была чемпионкой муниципалитета по лыжным гонкам. В этом году первое соревнование, да. Как вы ей передаете свой опыт? Кого? Ну, стараемся просто каждый день гулять на лыжах. Меня вот Науменко Михаил Николаевич воспитывал, тренировал. Вот, конечно, нам очень повезло. Вот мы в школе в горках, у нас были тут все условия, возможности кататься, тренироваться. Владимир, Ирина, Вероника и Арина – Аверины из горок Ленинских. Яркий пример – прекрасной спортивной семьи. Для них лыжи – главный зимний аксессуар, и в соревнованиях они принимают участие каждый год. Ребята собрались, сильные участники, да. Вот, нам очень понравилось, Веронике тоже очень понравилось. Были как достойны. Ты проехала сегодня? Очень хорошо, мне очень нравится, я очень хочу кататься на лыжах. За спортивные трофеи боролись более 200 спортсменов. Конкуренция высокая. Гости приехали не только из округа, но и из разных городов Подмосковья, а также столицы. Мирослава Закурдаева впервые на горкинской лыжне. Пока не очень удачно, но с такой поддержкой в следующем году можно и золото взять. Молодчина! Дошла с одной перчаткой, потеряла, руку оборозила, но дошла до старта. Молодец, вставай. Ты спортсмен. Гордитесь дочкой? Конечно, конечно горжусь. Каждое соревнование, каждый раз переживание и гордость ребенка. Лыжный праздник продолжался несколько часов и завершился вручением кубков и медалей самым быстрым. Наталья Буслаева, Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.